Возвращаемся в нашу импровизированную студию. Посмотрели мы очередной бой. Очень интересно получился полный шестираундовый поединок. Ну и у нас очередной гость, который обязательно поделится своими впечатлениями от сегодняшнего события и от прошедшего боя. Давно работаем с Victory Teams компанией. Все нравится. Обалденная площадка, классные бои. Я помню первые соревнования, которые проходили в цирке, в Доме офицеров. Конечно, уровень совсем другой у нынешнего мероприятия. Бои все интересные. Первый бой был с нокаутом, 15-секундный бой очень интересный. Этот бой, то, что мы смотрели, все 6 раундов был просто замечательный. Ну, ждем основного боя, для чего мы все, в принципе, и приехали. Осипов, Терентьев, насколько это будет интересно? Я думаю, что это будет самый интересный бой, потому что Артур как бы является моим другом, и я за него, конечно, буду болеть. Ну, и Евгений Терентьев, я смотрел практически все его бои. Левша сильный, от него можно ожидать тоже победы, но мы болеем только за Артура и желаем ему удачи, поэтому не хочется еще прогнозировать и комментировать, но будем ждать только победу от Артура. Я понял. Если говорить не про исход боя, а про его продолжительность. У нас 10-раундовый поединок запланирован. Как думаешь, будет ли решение судьи или, возможно, более раннее окончание? Ну, понимаешь, бойцы оба бьющие. Большой рекорд по нокаутам и у Артура, и у Евгения. Но я думаю, что этот бой продлится все 10 раундов однозначно, да. Потому что они не будут обострять, будут работать всю дистанцию, это 100%. Как ты оцениваешь вообще организацию, работу промоушена, да? Вот вы уже давно сотрудничаете, я так понимаю, что все тебя устраивает, безусловно. Но всегда есть куда расти, конечно же. Как ты думаешь, сможет ли это все выходить уже на более еще высокий уровень? Я думаю, да. Андрей Халаджан и компания Victory Team сделали очень много для развития бокса в Воронеже. Я думаю, в принципе, и в России. Потому что раньше таких площадок не было, раньше не было таких промоутерских компаний в Воронеже. Я ни одну, по крайней мере, не знаю. Уровень очень высокий. Я думаю, что есть все шансы выйти на российский уровень и мировой. Впереди у нас довольно интересный поединок, да, у нас Арсен Азиев против Андрея Будера из Чехии, поэтому международный бой, это всегда очень интересно. Здесь ребята собрались довольно опытные, обои больше 10 боев уже на профессиональном уровне. Насколько, как ты думаешь, вообще интерес к бою вырастает с тем, что есть зарубежный спортсмен? Ну, это всегда интересно. Мы видели представителей и Колумбии, и представителей Танзании будет, да, у нас сегодня бои. А чешский бокс, у Чехии очень серьезная школа, очень хорошие бойцы. Мы знаем и на мировом уровне, кто выступает из Чехии. Я думаю, будет очень интересно посмотреть. Всегда возрастает интерес, когда приезжие звезды. Интересно, конечно, было посмотреть еще и колумбийских боксеров в будущем, если компания Victory Team будет таких проводить. Ну, школа Чехии тоже очень сильная достаточно. Но будем надеяться, что Victory Team тебя услышит, и как раз вот это развитие в дальнейшем, может быть, и на Кубу будет распространяться. Действительно, было еще тебе посмотреть на ту школу бокса. Конечно, мы с удовольствием будем сотрудничать, нам все нравится, мы уже больше 2 лет работаем, и только наращиваем наше сотрудничество. Здорово. Будем ждать, собственно, следующего боя, он уже через несколько минут начнется. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо, приятно было.